Уважаемый Аким Астаны, я инвалид первой группы, обращаюсь к вам, чтобы вы переделали все бордюры. Вот недавно на Майлина и на Кишедина сделали новые дороги, новые тротуары, и они вот в таком вот состоянии. Как видите, с этой стороны и с этой стороны. Это Кишедина улица. Через эту дорогу тоже не могу, так как там бордюры. Мне приходится делать большой круг. Вот сейчас я пропускаю автобус, потому что на проезжей части я буду мешать автобус. Подвергая себя и детей в опасности, мне приходится ездить на проезжей части. Пожалуйста, обратите внимание, переделайте все бордюры, потому что невозможно ездить. Вот здесь, видите, тоже бордюр. Здравствуйте еще раз. Вот на Кишедина. Вот я еще раз показываю. Вот такие вот спуски. И мне постоянно приходится ездить на проезжей части. Еще с 4-месячным ребенком мне приходится по улице Тавильцезек тоже на проезжей части ездить. Мы почти каждый день ходим на процедуры. Он у меня недоношенный. Вот это на улице Тавильцезек тоже. Мешая машина, я постоянно на проезжей части езжу. Пожалуйста, если это возможно, переделайте все спуски. Вот на Тавильцезек, такая вот, не только на Тавильцезек, а везде. Вот на этой стороне есть подъем на тротуар, а с этой стороны нету. Такой вот прикол. И везде, вот по Астане, везде так. А иногда вот где есть спуски, там стоят машины. Вот как видите, где, вот тут уже с этой стороны и с другой стороны нет спуска. И мне приходится вот через парковку Астана Молл объезжать.